проехаться без пересадок на электротранспорте от поселка Котовского в центр и на Таирово станет возможным только зимой 2021 года. В управлении дорожного хозяйства отчитываются, что работы на будущем маршруте все еще продолжаются. К сентябрю пообещали закончить участок дороги на Преображенской, а затем начать ремонт перекрестка с Пантелеймоновской, который завершат к зиме. Впервые идея создания такого маршрута была предложена еще в 2010 году согласно транспортной стратегии Одессы. Тендер на строительство линии объявили в 2015 году. После этого лот выставлялся еще несколько раз в течение 4 лет. Ремонтом всех локаций занималась компания «Ростдорстрой», которую связывают с действующим мэром Одессы. Отмечу, трамвайный маршрут «Север-Юг» должен соединить противоположные части города. Расстояние в 40 километров от улицы Паустовского до поселка Таирова трамвай будет преодолевать за 1,5 часа.